Мы всегда рады бывать на белорусской земле среди наших друзей. И, конечно, для нас очень важно с тем, чтобы мы перешли действительно тот уровень сотрудничества, который позволял бы нашим жителям как можно больше видеть на прилавках и белорусских товаров, больше использовать тот передовой опыт машиностроителей, который сегодня есть в Беларуси. Мы реально увидели новые технологии, мы увидели новую продукцию, отвечающую самым мировым последним разработкам и стандартам. И для нас это очень важно, потому что отношение к товарам, отношение к продукции из Республики Беларусь у жителей Приморья всегда хорошее, всегда на высоком уровне, всегда с высокой степенью доверия к качеству поставляемой продукции. Поэтому мы решили отработать следующее, чтобы у нас во всех крупных городах были представлены именно белорусские товары народного потребления, сельскохозяйственные и другие товары, через такой торговый дом «Белоруссия». И я думаю, что у нас приедут уже вот на «Белагро» представители, кто возьмется за это дело. Мы уже подобрали таких инвесторов, кому это выгодно, кому нужно.